Здравствуйте, друзья. Нахожусь в мясном отделе. Увидел фарш бизона. Ну и подумал, дай-ка возьму я фарш и что-нибудь типа чебурека попробую сделать из фарша бизона. Здравствуйте, друзья! Я вам покажу сейчас продукты, из которых мы будем готовить сегодня. Это лаваш, очень тонкий, крупный лаваш. Здесь морковь мелко нарезана, лук и сладкий перец порезан. Здесь баклажаны, ну и мясо. В общем, все будет последовательно. Вот, друзья, посмотрите, сковородку немножко прогрели. Сейчас положим мясо у нас. Мясо дикого бизона. Прожарим его. Потом продолжим процесс. Посмотрите, какое красивое мясо. Сейчас мы его хорошо прожарим. Мясо немного прожарилось. И следом добавляем сначала лук. Решили морковь вместе с луком. Пока на сильном огне жарится. Прожарили мясо, лук и морковь. И теперь добавляем сладкий перец. А это отдельно включили плиту. Отдельно из сковородки будут жариться баклажаны. Подошло время положить специи. Соль уже положили. Вот, одну минуту. Что это? Итальянские травы? Да. Дальше перец. Перец. Два вида перца. Черный, душистый. И паприка, да? Да. Баклажаны потихоньку греются. Так быстро баклажаны в масло себе впитывают. Посмотрите, друзья, вот мясо с луком и с морковью. И после добавили перец, уже готово. Теперь баклажаны. Тоже готовы. Выключаем баклажаны. Так. И передвигаемся сюда. Посмотрите, какой огромный лаваш. Это вот он в пачке свернут, развернули его. И теперь наш шеф-повар что-то хочет сделать, пока я не пойму. Наверное, все это готовую смесь будет размещать на эту лепешку. Возможно. Вот посмотрите, друзья. Внизу сковородка. Застелили ее лавашом. Ну и теперь ложим сюда то, что заготовили. Начинка, наверное, будет называться, да? Как тяжело стоять с камерой возле такой начинки. И как это будет называться? Не знаю, пирог. Пирог?
пирог, мясной пирог кочевника. Слушаю. Ну что-нибудь придумаем. Давай. Теперь накрываем. Вот так вот. Духовка у нас уже прогрета. Сейчас сверху что-нибудь положим. Подготовим духовку. Духовочка наша прогрелась. И наш так называемый пирог поехал в духовочку. На сколько времени примерно? Минут 20, может быть. Минут 20. При температуре 400 градусов по Фаренгейту. Так, да? Да. Время 4.25. 16.25 для кого-то. Посмотрите, оказывается, хватило 10 минут для того, чтобы пирог сготовился. Смотрите, какой розовый, хрустящий пирог. Слышно же, как хрустит. Прилип, хоть смазанный. Ну, ты открой. Сочный какой-то. Ну, не видно все тени. Приподними чем-нибудь. Этот возьми лопаточку. Лопаточку приподними. Смотрите, какая красота получилась. Видите, какой сочный пирог получился. А запах какой стоит. В общем, так, друзья, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.